Отряд спецназа берет территорию штурмом. На фоне слышится лай собак. Ничего не подозревающий хозяин, он же виновник событий, за доли секунды скручен и вжат лицом в землю. Он не успел даже понять, что происходит. Шансов скрыться никаких, тем более дать отпор. Эти кадры – задержание предполагаемого убийцы, омского предпринимателя Дмитрия Воробьева, владельца компании «Тент Сервис 55». Напомню, в конце марта на территории дачного кооператива «Тепличный-2» было обнаружено тело мужчины, погибшего со смертельными травмами от огнестрела, нашли в его собственной иномарке. Убитым оказался 52-летний Воробьев, бизнесмен, который, помимо прочего, в своих кругах был известен тем, что под процент давал взаймы. И одна из сделок, что называется, вышла боком. За что задержан? За убийство. Как, когда произошло? Март месяц, ночью поехал, человека убили. За то, что я у него деньги взял, месяц-два отдал, потом не смог. У меня выхода не было, и денег не было, чтобы с ним рассчитаться. Известно, что подозреваемый, 50-летний житель Тюмени, зарабатывал торговлей фруктами в Омске. По предварительным данным, когда понял, что не сможет вернуть бизнесмену должок, между ним и его кредитором произошел серьезный конфликт. Сейчас эту версию проверяют силовики. Расследование продолжается.